Ну что ж, всем привет. Сегодня мы продолжаем играть во третью цивилизацию. Так. У нас дело... Ну, я хотел... Захотел сделать вторую часть. Миха играет в герои... То есть не в героев. В цивилизацию 3. Так, давай уже... Грузись. О, вот. Вождь император Наполеон. Ладно. Француз, дата мая 1800 года. Так, что у нас по поводу... Так, я хочу посмотреть... Так, дипломатия, шпионаж, задание. Так. тысяч очков победных. Окей. Или... Музыка тоже классная. Только жаль, что у меня... Что-то с музыкой не то в Циве. В смысле? Так, давайте вы отключим немного у меня звук, а то соседи там испугаются, что началась какая-то перестрелка. Отлично. Аннексируем Нидерланды. Ну как аннексируем? Оккупируем. Так. Ладно. Замечать. Так. Да хватит ходить. Да ладно, по любасу. Продвигаем наши войска в Амстердам. Пускай там все это разрулят. Так, там три хода вольтежор. Здесь. Здесь так, здесь вот так вот. Ну, я считаю, что этот город нужно оборонять больше, потому что там британцы, видите ли вы. Так, вот, чё за... Блин, не смог задефать уже в этот раз. Так, ладно, придётся вот так пускать. Блин, тут полный рандом. Тут неизвестно, какой юнит выиграет. Вот чем герои лучше. Цивы. Так, мушкетка. А, да, еще надо еще пушку продвинуть. Куда? Куда он пошел? Так, ладненько. Все. Пошли вон. Так, ладно, что у нас? Отлично. Да, они сейчас... Сейчас они запустят просто... кучу гусаров. А он разве не английский? ППЦ. Пруссия, помоги.
Так, ладно, призвать на военную службу. Так, призываем. Так, не уверен. Так, надо отбиваться от Англии, а то видите, что она тут творит. Я думал, что они тут будут отвлекать всяких врагов, но нет, нифига. О, кстати, а давайте мы им кое-что затопим. Постараемся хотя бы затопить. Нет, наши корабли на изи сносятся англичанами. Да, где? Да, что-то неэффективно. Транспорт. Даже транс. А, тут английский линкор. Ладненько. Так, что у нас? Международный советник. Ладно. Зачем я к Селиму зашел? Слушайте, неплохо австрийцы там уделали. Так. Так, ладно, придется. Придется жертвовать. Отлично. Бомбардировка не нанесла противнику удара. Отлично. Прибили. Не, ну это не серьезно. Отлично. Так, все. Кстати, что надо, чтобы ладно, потратим. Хотя это бьет по нашим карманам, я вам так скажу. Бьет по карманам сильно, я вам скажу. Нифига себе. А ну-ка. Нет, друзья, так не пойдет. Так. Нет, друзья, я категорически против. Ну, ходим. Так, ладно. Отправим в Орлеан наших юнитов, которые нам в будущем помогут, как я вам говорил. Здесь призываем всех на военную службу.
кстати, да, можно еще тут призвать парочку из Брюсселя. Ладно. Все, я думаю, нужно сперва сделать выстрел пушкой. Это для начала сделать выстрел пушкой. Куда? Куда сбежал? Куда отбежал? А? А? Так. Так. Блин, а. Отстрелили все-таки. Ладно, у него... Одна единица хп. Отличненько. Так, вольтежор. Теперь ты наноси. Удар. Придется как-то так нападать. Такими юницами. Так, юнит передвигался. Ой. А, валим отсюда. Жаль, что мои корабли не могут атаковать с порта сразу же. Так, вольтежор становится старшиной. Отлично. Давай, завали. Все отлично. Завалили. Я считаю, это нужно отметить. Все. Только вот так. Что-то я тут глупанул. Но это простительно. Так. Так, теперь бьем по своим же карманам. Ну да, Австрия сейчас захватит эту Флоренцию. Да, уплыли куда-то в Штаты, наверное. Ты косарь нужен. Вы представляете? Ну ладно, придется мушкетеру с неполным количеством здоровья. Так. Надо надавить на Флоренцию. Кстати, нам будут австрийские гусары помогать. А еще пушки. Пушки это тоже довольно неплохие вещи. Так, всем укрепиться. Ты тоже укрепись. Эй. Давай. 34 вход ты хочешь у меня отжать? Слушай, а не обнаглел ли ты? Карл. Так.
Так, надеюсь, отношения это не испортит. Так, Милан голодает. Кстати, это же вроде бы... Это же уже стала... Флоренция стала вроде бы сейчас Австрией. Сейчас. Так, а ну-ка. Так, ладно, знаю... Нет, не пакт, а открытые границы. Все. Я хочу подписать пакт об открытых границах, потому что мне надо проходить через Неаполитанское королевство. Если тут Пруссия... Если тут Пруссия с Австрией... О, все отлично. Здесь беспорядки убрать. Что довольных... Не, ну вы угораете. О, вот, два щитка. Хорошо. Так, кстати, у Флоренции, когда пришла Австрия, начался беспорядок. Так, современная тактика. Один ход остался. Все, а потом можно забросить на вот эту штукенцию. Так, прусак. Простите, но вряд ли. Нет, вы шо, я чуть не объявил войну Германии. Все, нам все остальное больше особо и не нужно. Сейчас мы сделаем такой... Так, а что с Цаэном такое? Нет, вы что, нет, нет, нет. Так, все. Все, нет, недовольных. И да, мы их не расстреляли. Я не хочу вам давать 56 вход. Это... На, это грабеж среди белого дня. Так. Сейчас. Все. Ясно. Все, и мы сейчас проникаем на территорию Неаполитанского королевства. Вот, еще кирасиры тут будут помогать нам. То есть скоро и неаполитанцы падут под нашим натиском. Жаль, что тут нельзя купить какой-то город. Так, ладно. Если такое дело, то я строю императорских гвардейцев в Париже. И направляю Наполеона обратно туда. Потому что в Париже стало более-менее безопасно. Швеция и Британия заключили... Ну блин, а... Блин, я когда в последний раз сыграл в цивилизацию, у меня почему-то беспорядков не было. Слушайте. Люди, ну вы опять бунтуете. Мне надо... Что-то с Европой сделать, потому что я играю за Наполеона. Простите уж. Поэтому давайте-ка договоримся не мешать мне наконец-то. И вообще, откуда тут беспорядки? Все? Помешаем сейчас этому кавалеристу. А то он,
Ну, чтоб он нам не помешал захватить Рим. Я не жалуюсь. То, что... Беспорядки в Милане. Там что-то усиливалось, наверное. А вам что не нравится? Недовольный рабочий Неаполитанское королевство. А, то есть этнические группы не хотят тут жить во составе Франции. Но придется. Так, в атаку. Все. Шо, всего лишь одного какого-то юнита не хватило, чтобы захватить этот городок. Так, звонок. Беспорядки в Орлеане. Так, ладно. Нам надо со значительно меньшими потерями. Так, пехотинец с мушкетом. Так, пушечка. Давай. Покажи мощь. Хоть что ж ты не показала мощь? Блин. Да. Блин, почему я не могу? Давайте вот так. Давайте на 30% вам. Вы мне сломали экономику, реально. Так, ладно. Уводим отсюда. Сваливаем нашими пушечками, значит. Сейчас возьмут Испания и то есть, короче, на нас наложили всякие эмбарго. Все, беспорядки мы прекратили. Все, наконец-то они тут не бунтуют. А то достали эти всякие беспорядки. Вы мне императорского гвардейца не даете завершить. Обстреляем им еще. Все. Вот что осталось. Бомбардировка не нанесла ничего. То есть работник идет убирать. Теперь то, что мы тут натворили. А что за 703 в скобочках? Я, кстати, никогда не замечал вот эту штукенцию. Ладно, короче. У нас тут ничего такого нету. Так, ладно, затем. Императорского гвардейца 29 ходов. 400 золотых отдаем за этого гвардейца. Так.
Так, ускоряем производство в Милане. Так, я вижу, что тут британцы хотят тут высадиться уже. Собственно, так. Сколько стоит? Нет, это слишком дорого. А вот тут я бы ускорял бы. Так. Так, значит, создать армию. Еще из Наполеона сделаем армию. А, ну сейчас все будет, короче. Я хочу пока пооборонять Милан. Все отлично. Императорский гвардеец идет сюда. Да, кстати, что у нас там? Нам надо сделать транспортный корабль. Побольше транспортных кораблей надо. Сейчас вы поймете, для чего. Так. Императорский гвардеец. Так, а ты? Карта патриотизм. Больно надо такие союзники. Честное слово. Давай, императорский гвардеец. Дойди до Парижа. Блин, пошли все-таки. Да пофиг мне на ваше эмбарго. Я и так ни с кем не торгую. Но денег у меня полно почему-то. Ну все, сейчас Рим падет, это я вам гарантирую. Так, еще. Ого, сколько императорских гвардейцев, да? Все, это, наверное, гарантированный проигрыш Великобритании в нашей войне.
Так, теперь я хочу ну, после того, как я выиграю Великобританию и Неаполитанское королевство, я хочу пойти на Испанию. Ну, еще, ну, чтобы дойти до Гибралтара и Португалии, да. Уже полчаса гамаем. Но цивилизация, если честно, это одна из моих любимых игр. Хотя я полный нуб в этой игре. Потому что я в нее не очень много. Ну как? Конечно, больше, чем в Героев 4 поиграл. Но я просто не такой профессионал в Героях 3. То есть я не в Героях 3, а в Циви 3, господи, я уже начинаю заговариваться. А, это военные корабли. Так, императорский гвардеец. Ой, а тут... А тут лезут уже португальцы. Тогда вам, вот вам сюрприз. Смотрите, что у нас есть. Мне кажется, вы офигеете от такого. Ладно. Давай, тащи. Так, обстреливаем Рим. Еще обстреливаем римских солдат. Ну и сейчас добиваем Рим. Так, гвардеец становится ветераном. Так, господин, наша славная армия вновь одержала победу. Мы захватили город Рим, а с ним 6 единиц золота. Отлично, назначьте нового мэра. Бунтующий. Так. Отправляйся в Париж. Рабочий. Так, сейчас императорский гвардеец. Ну вот, все, 15 из 15. Так, одна армия поселится сюда. Да, там уже все. Да, 15 из 15. Ой. А, ясно, ты хочешь штурмовать мой город, отлично. Так вот, я хочу тебе сообщить, Португалия, у тебя это не получится. У меня армия мощнее. Я не знаю, что Золотой век кончился, но... Каким фигом вы тут мне беспорядки устраиваете? Так, давайте поговорим. Почему нельзя просто взять, там, сделать такой отряд, который делает беспорядки, и своими юнитами не подавить это все, а мне нужно им это все сейчас. Им это все в шоколаде делать. У меня тоже есть свои дела. Так, защитились от Португалии. В реальности французы подумали, вы что, хотите напасть, что ли? Но нет, мы не хотим нападать. Так, ты. Так, ты ничего там не чистишь, все. Ты просто идешь в Париж.
совсем укрепиться. Кстати, вот уже остался Наполи и... Вот это он. Сейчас. Наверное, Палермо или что это? Короче, Палермо осталось, и Наполи... Да, Неаполь, все, вот. Захватить вот это все осталось, и уже Неаполитанское королевство пойдет перед нами. Так, затем. Так, грузим. 15 из 15. Так, значит, берем транспортный корабль. Погружаем. Все, Британия, мы плывем к тебе. Да я на вас не буду нападать. Блин, вы мне утопили гвардейцев. Вы мне утопили такую армию, что капец. Давай. Ладно, нет, я не буду с этим мириться. Нет. Нет, я с этим мириться не буду. Автосейв. Не, ну я серьезно, что это такое? Мне всю армию там утопили. Ну не все, но там была армия довольно-таки большая. Армия была такая большая. Стоп, что? А, надо, наверное, июль взять. Там же был сентябрь, а у нас июль. Да. Так, транспортный корабль. Пускай плывет сюда. Этот транспортный корабль тоже. Не, ну вы прикиньте, утопить мне всю армию. Шо, утопили английский флот? Нифига себе. А это уже получше утопить флот Великобритании. Так, я тут, конечно, себе урежу доход. Так, ты. Укрепляйся. Потому что серьезный дамаг нам нанесли. Так, почему я Шрим захватил?
Да, не повезло. Ладно, полюбасу императорский гвардеец это все разрулит. Наши гвардейцы. Отлично. Отлично, назначаем нового мэра. Затем сохраняемся. Да. Он, кстати, пришел же ведь этот императорский гвардеец. Все отлично. Кстати, там вот эти цветочки есть прикольные. Старофранцузский флаг. Блин, я не уследил, что он тут будет что-то делать. Так. Так, неприятно. Нет, значит, делаем вот так вот. Я не хочу, чтобы мой флот утопили просто. Вот меня бесит по поводу Великобритании, что у нее капец какой крутой флот. Так, так, ладно, я считаю, что именно через Амстердам будет самый безопасный путь в эту. Сейчас, ну, вы поняли, что. В Британию. Я сейчас на Британию напёрся. Вот вы увидели уже, как нам это все поможет. Так, Хельсинки. Ладно. Россию не трогаем, потому что она далеко от нас. Ой, а почему Варшава под Австрией? Странно, странно, странно. А ладненько. Мы, конечно, сможем слить. А, восстание в городе. Почему нельзя так с беспорядками сделать? Так. В смысле? Так тут же беспорядков не должно быть. Довольных же больше, чем несчастливых. Что это такое? Блин, нам мы. Все, отплываем сюда. Ну нафиг. Отплываем отсюда. Да, кстати, что-то я с португальцами ничего не делаю. Ну ладно, он там безобидный такой ходит, поэтому я не это.
Отлично, безопасно высаживаемся, все. Ну ладно, Лондон тут точно уже. Да, высаживаем всех. Все, две армии, это, наверное, уже сила. Всем укрепиться. А у нас флот уже начинает стабилизироваться. Он уже может стать наравне с британским флотом. Это неплохо. Так, сейчас они сами свой же флот сейчас уничтожат. Да, все-таки утопили. Сволочи. Так. Вот, смотрите, как мы лупим этих британцев уже. Так, жаль, что только два удара нанесли. Но я думаю, что сейчас наша вторая армия добьет. И это не все. Да вы угорайте надо мной. Так, ладно, фрегатик. Давай, фрегат, уничтожь. Уничтожили корабли. Так, а теперь отплываем с затоки Ла-Манша опять к себе. Английский линкор плавает. Так, активируем всех юнитов. И передвигаем уже в Неаполь. Так, что там с беспорядками? Все. А теперь обстреливаем Неаполь. Кстати, мы им перекрыли... А, нет, нифига не перекрыли, кстати. А, у них коней нету. Я понял, почему у них столько обычных таких людей. Так. Да, сейчас у нас Великобритания, мне кажется, в незавидном положении. Так. Давай. Давай еще прибей этого вольтежора. Господи, сколько вас тут? Блин, а что-то вас тут много. Но я надеюсь, у меня хватит сил. Так. Фигня какая-то. Ладно, сейчас мы... Давай мушкетку. Мушкетку завали хотя бы. Что-то вы как-то успешно отбиваетесь от наших гвардейцев. Может, это их самый сильный юнит? Ну, сделали они то, что они часто используются, поэтому они так и выносят всех. Ну, походу, да. Но уже 3000 золотых у нас в казне. Так.
Кстати, мы сейчас ослабляем английские города. Так, до середины уже дошло это все. Слушайте, не надоело? О, наконец-то мы захватили Лондон. Премьер-министр, наша славная армия вновь одержала победу. Мы захватили город Лондон, а с ним 5 единиц золота. Рад доложить, что теперь торговая компания Смита находится у нас под контролем. Ну что, замечательно. Не, серьезно. Так. Так, Лидс теперь их не столица, они перенесли. Мне это больше всего напоминает сюжет Country Balls, альтернативное прошлое Европы с 1812 года. Типа там Франция тоже захватывает Британию. А вот с Неаполитанским королевством мы что-то замедлились. Дело не очень с Неаполитанским королевством идет. Давай хотя бы ты выиграй. Все, минус мушкетка. Свалили мы работникам из территории Неаполитанского королевства. О, а тут Бухарест Австрия отжала. Походу тут Австрия и Османская империя ведут войну великую. Все отлично. Мятеж в Лондоне прекратился. Я бы уносил, если честно, ноги. Так, и обстреливал бы Неаполь. Так, ладненько. У нас тут куча императорских гвардейцев. Надо бы направить их. То есть мы топ по армии в Европе. Так. Слушай, господа кавалеристы, не офигел ли ты часом? А, ладненько. Так, скачет. Так, давай посмотрим, что у нас тут. А. Сейчас будете голодать, если не будете счастливы. Понятно? Логика диктатора какая-то. Не, ну серьезно. Будете голодать, если будете недовольны. Это вообще, что это? Что за беспредел? Пятьсот девяносто. Но мы в скором времени, наверное, с Неаполитанское королевство снесем.
Ладно, а мы тут продолжаем обстреливать Неаполь. Да, тут Австрия выиграла австро-турецкую войну, можно сказать. Будем так ее называть. Пошли нафиг. Так, все. Ладно. Героичек у нас есть. Еще побольше этих гвардейцев. Не, но под таким давлением мне кажется, что Неаполь скоро пойдет, если не предпримет какие-то меры. Ну что, я не прав? Тоже все предсказуемо. Так, 16 и 16. Так. Вы идете на порт. Портсмут. Так, а вы охраняете Лондон. Ну, антифранцузская коалиция уже точно проиграла. Так, вначале начинаем бомбить Неаполь. Так, ветеран, давай. Покажи класс неаполитанскому королевству. Отлично. Отлично. Обстреливаем опять Неаполь. Блин, оборонялся все-таки. Икспы не хватило. Да, я предсказываю, сколько тут охраны, судя по тому, что они тут повызывали. Ну да, и куча юнитов. Так, тут австрийцы тоже. Но я не против, чтобы они тут ходили. Беспорядки в Милане. Так. Мне кажется, что если чем больше беспорядков, то они могут перейти к другому правительству. Так, португальцы тут не ходят. Это хорошо. Не, ну вы должны уже слиться под моим натиском. Все, наконец-то. Да, только у меня не хватило всего лишь одного юнита, чтобы захватить Неаполь. Так. Ой, а у вас тут тоже есть вот эти английские гвардейцы. У нас императорские. Но у нас есть армия, поэтому... То есть вы поздно создали этих гвардейцев. У нас их намного больше. О, все, Портсмут захвачен.
Так, южные берега Великобритании мы захватили. Тут бунтовщики. Уже 5 лет длится война против меня. Антифранцузская война. И походу она только в пользу Франции сейчас. Куда же ты пошел? Блин. Не то, что вам послышалось. А, ладненько. Ого, 1 час гамаем в циву. Так, это уже португальские корабли. Так, ну Португалии у нас тут ничего с этого конфликта пока что. Им очень хорошо помогает Британия. Нет, я серьезно, им хорошо помогает Британия. Так, и надо бы еще захватить Гибралтар. Потому что они тут скрываются. Да, мы захватываем Неаполь. Все-таки мы додавили неаполитанцев. Ну и ну и столица Неаполитанского королевства тоже пала и перенеслась в Палермо. Кстати, можно так пройтись по Пруссии эффективно, а потом уже быстро до Москвы. Так, это транспортный корабль, это английский линкор. Отлично. Значит, давай захватим Ноттингем. Да, всего лишь 1 раз смогли атаковать, потому что мы походили. А так неплохо. Так, почему-то я еще Вольтежора послал. Не знаю почему. Так, это транспортный корабль португальский. Пруссия и Британия заключили военный союз и объявили на войну. Ладно, Пруссия. Отзащищались. Ничего, я вступили, значит, против меня. Кто против меня с мечом пойдет, от меча и помрет. Понятно? Всем укрепиться. Так. Все. Ладно, придется взять и атаковать Франкфурт. Так, императорский гвардии. Все, Ноттингем наш.
Короче, мы постепенно продвигаемся к Великобритании. Захватываем остров Британию. Ну и Ирландию. И все, и практически ничего и не осталось, в принципе, от этой антифранцузской коалиции. Да ладно, давайте тогда займемся обороной. Мушкетки поулучшаем. А здесь мы призываем на военную службу. Так, тут императорский гвардеец. Английский линкор, но если это линкор, то это приятная новость. Так. А вот то, что тут транспортный корабль, это нифига не приятные новости. Тут португальцы могут городок отхватить. Ну да, ну да. Мятеж в Неаполе прекратился. Так. Активировать всех. Ну что ж, штурмуем Франкфурт. Извините, немцы, но вы сами напросились. Нефиг было объявлять войну. Тем более вы знали, что у меня есть специальные юниты. Знали же. Вот, все. Не ну, теперь, чтобы я не отнял у вас... То, что я отнял у вас независимость, видите ли вы. Слушайте, Австрия, давай подружим. Давайте против. Слушайте, мы можем вот так сделать, улучшив отношения. Наши люди недовольны культурой, которую несут австрийские правители. Давай, можно вот так, вот такой маневр провернуть и все. Так. Ладно, тут есть такая вот фигня. Да, конечно. Австрия выражает благодарность своему великодушному и могучему другу государства Франция. Теперь попробуем свежие венские колбаски. Ну давай. Свежие венские колбаски. Я не против колбасы. Особенно с правителем. Короче, просто с правителем Австрии. Как убедительно, блин. Ладно, но сути это не меняет. Так, линкоры тут. А теперь опять в Ноттингем. Здесь. Здесь мы продолжаем штурмовать Кардифф. А давайте посмотрим. О, все, Кардифф наш. Слушайте, в реальной жизни при таком случае... Мне кажется, что Шотландия и Ирландия попросила бы независимости. То есть, или просто распалась бы. Ну, как хотите, пруссаки. Британцы отказались принять нашего, то есть посла. Они на грани развала. О чем они тут думают? Капец. Ладненько.
Так. Так, только посмеете мне что-нибудь выгрузить. Я утоплю ваши корабли. Ой, а мы тут видим. Так, я вижу, тут будет помощь англичанам. Так, Корк. Так. О! Если эмбарго, которое наложили на нас Португалия и Османская империя, прекратилось. Португальцы стали на тропу войны. Ну, отлично. У них там там Англия опять что-то не поделила с турками. Так. Императорский гвардец, ты тоже должен штурмовать. Добежим. Дойдем, короче, до этого конца сапога, надо так сказать. Так, линкоры, линкоры. Главное, чтобы не транспортный корабль, потому что он будет перевозить неприемлемые юниты. Так, отстреливаются. Так. А тут уже императорский кавалерист. Вот тут собачка лежит со мной. Блин, я с беспорядками совершенно забыл справиться. Ноттингем, давайте вы не будете бунтовать, и все будет хорошо. И вам будет счастье. Так. Так, надо зарядиться в лид, когда... Капец, надо срочно в Ноттингем. Так, ладно. Сейчас мы поможем захватить Лидс, и у них останется Шотландия, а сама Англия уже отойдет к нам. Так, продолжаем завоевывать сапог. Здесь мы продолжаем стрелять по Франкфурту. Ганновер это будет следующей целью. Так. И тоже куча императорских гвардейцев. Давай, навались на Франкфурт. Так, чуть не проиграл наш императорский гвардеец. Давайте, гвардейцы. Нифига себе. Ни хрена себе. Это сколько вот тут этих фузилеров у вас тут сидит? Надо было бить первым. Ладно, я чё-то забыл про этого кавалериста. Ой-ой. Ну да. Пушка захвачена в плен и увезена в Неаполь. Тут тоже турки набежали. Хотят последний остаток моего сапожка забрать. Блин, жаль, что я не могу забрать. Так. Здесь уже неплохо выдвинулась Пруссия.
Так. Да, зря я, конечно, напал на лид. Теперь надо верить в то, что наш отобьется. Блин, там такая куча. Отлично, задефали. Давайте, бегите, бегите. Тут мне сейчас турки на помощь подойдут. Да, ГГ вам. Действие эмбарго, которое наложили на нас Россия и Британия, прекратилось. Так. Давайте-ка укрепитесь здесь. Стараемся максимальными силами завалить лиц. Все, лиц и наш. И кучу рабочих. Не, ну, честно. Остался только Эдинбург и Глазгоу на британских островах, на британском острове. Ну и все, и капец. Так, ладно. Если такое дело, Неаполь, я сделаю здесь императорского гвардейца. И никакой пехотинец с мушкетом тут уже тебе не поможет. В атаке. Несмотря на то, что я оставил город пустым, то у меня много денег, и я могу запросто понанимать кучу охраны туда, и все. А, все. Все, завалить этого юнеца, и все. Все, Неаполитанское королевство наше. Премьер-министр, наша славная армия вновь одержала победу. Мы захватили город Палермо, будем так считать. Хотя там написано Палими. А с ним 44 единиц золота. Отлично. Все, сапог захватили. Действие эмбарго, которое наложили на нас Неаполитанское королевство и Россия, прекратилось. Премьер-министр, слабый неаполитанец сокрушен нами. Так, сокрушили Неаполь. И мне кажется, что турки уже пойдут в Османскую империю. И уже надо сосредоточить все свои силы на Гибралтаре на юге. А на севере продолжать в том же духе продвигаться. Ну, продвигаться к уже к Эдинбургу и Глазгоу. Это уже какая-то Ирландия получается, а не Британия. Но у нас тут еще есть Гибралтар. Надо не забывать. Ладно. Транспортный корабль. Ну что ж. Ладно, люди. Тут уже такое дело. Я вижу видос, тут у нас долгий, но он успешный такой. Захватили мы сапог. Захватили Нидерланды, или это я в прошлом? Не, в прошлом ролике Миха играет в Циву, и захватили половину британского острова. Офигенно. Ну ладно, всем удачи, всем.